E

до 5 стих. А я буду объяснять все с Библией. Книга Иоанна, глава 3, стих 1. Между фарисеями был никто именем Никодим. Один из начальников юдейских. Это Никодимус, он, как сказать здесь, начальников юдейских. Дальше. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель. Что это значит? Все в люди знают, они все знают, что Иисус Христос, Он учитель. pai também de codins diz que salento, ishars, ravi, misdam, estou ti o título, prechadshi od bog, anif seznaj sto o priyal od bog, darsh, ibotaki chudes kakié ti tvarish, ishars. ибо таких чудес, какие вы творите, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Дальше, стих 3. Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина, говорю тебе, истина, истина, говорю вам, Мои люди сейчас в России, Украине, Беларуси и остальные, и русскоязычные народы. Истинно, говорю вам. Если кто не родится с виши, если кто не родится с виши, никогда не может, не может увидеть созвия Божье. Еще раз. Если кто не родится свыше, не может, не может увидеть созвие Божье. А потом мы будем объяснять это с Библией. Не отсюда, но с Библией. Дальше. Стих 4. Никодим говорит ему, как может человек родиться будущий стар? А как я, а как моя мама может родиться меня, если я уже старый? Как это возможно? Помните, что я уже раньше сказал, на это видео, но сегодня я это буду повторять. Наш Бог, наш Спаситель Иисус Христос, и его отца, они разговаривают в упрешах. Они разговаривают в упрешах. Когда он здесь сказал в стике 3, если кто не родился с не может увидеть созвение Божье, это не значит, что вы должны быть. Вот маме утром, что он будет, что, что она будет родиться тебе еще раз. Нет. Что это значит? Потом вы будете понимать. Но слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Стих 4. Никодим говорит ему, как может человек родиться будущий стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, Истина, Истина говорю тебе. Истина, Истина говорю вам, мои друзья, мои Израиле люди. Если кто не родится от воды, первый от воды и духа не может войти в созвие Божие. Еще раз, если кто не родится от воды, что такое вода? Это вода, какой мы всегда пьем? Или другой? Что это значит? Что это значит? Сейчас мы открываем книгу Эфесина, глава 5, стих 26. Это будет объяснять, что, что это значит. Это вода или воды, которую Иисус Христос сказал в Иоанн, глава 3, стих 5. Эфесинам, глава 5, стих 26. Чтобы озвятить ее. Кто это ее? Израиль люди. в прыщак Чтобы осветить ее. Ощистив банную водную. Ощистив банную водную. Посредством слова. Посредством слова. Какое слово? Или какая слова? Наши Бог слова. Тоже называет его заповеди. Или законы. То же самое. Еще раз. Чтобы осветить ее, очистить баню и водной, посредством слова. Еще раз, книга Иоанна, глава 3, стих 5. Иисус отвечал, истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды, от моей, и от моей славы, или слова, о все мои слова, которые я сейчас говорю вам, всем мои отец заповеди, ты будешь родиться от этого. Эти все заповеди будут сделать тебе новый человек. Если кто не родится от воды и духа. Что такое духа? То же самое, как вода здесь. Это то же самое. То же самое. Ничего, ничего трудно здесь понимать. Ничего страшного. А что это значит, это духа? Сейчас мы открываем. Сейчас мы открываем. Книга Иоанна. Книга Иоанна. Глава 6, стих 63. Это будет объяснять, что такое этот дух. Ты должен родиться.

стих 46. Стих 46. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Что это значит? Если вы верили Моисею, если вы верили, верили, что он писал или что он сказал, когда он сдал вас 10 заповедей, сдал вас 6, чисто заповеди. Если вы эти все сделали, если вы слушали его и сделали, что он сказал, все будет хорошего для вас. Что он писал, это то же, что я сейчас повторяю. Это что Иисус Христос здесь сказал. Это что он значит здесь? Еще раз. Ибо если, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите. Если же его писаниям не верите. Если вы не верите, что мы будем сделать все, он сегодня сдал нас. Что он писал в битве. Исход. Левит. числа, И второзаконие все заповеди там, если вы не верите все эти писания. Как поверите моим словам? Если вы не верите, что он писал, что Моисей писал, как вы можете верить, что я тебе говорю, как вы можете верить все мои, мои слова? Как? Мы не знаем, что все Он сказал, что Иисус сказал тогда. Потому что тогда у нас нет нового Завета. Только ветхого Завета у нас тогда. Поэтому Он сказал...

Не забывайте, пожалуйста, не забывайте. Не забывайте, пожалуйста. Я объясняю, что это значит, что он сказал в Иоанна глава 3, 5, когда он сказал, вы можете, если вы не можете или если вы не будете родиться от вода и духа. Я сейчас объясняю духа. А здесь в Иоанна глава 6, 63. Он сказал, Дух, Духа, Дух животворит, плод не пользует немало. Слова, которые говорю Шоу. я вам, еще раз, Шоу. что Иисус Христос говорил нас, это что Моисей уже раньше, много тысяч лет при этом времени, он уже писал, потому что Бог сдал Мойса, и что Он писал, а что Иисус Христос говорил, Тоже Бог сдал Его. Ничего разного, ничего разного. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.